Это лицей-интернат, но особый, потому что мы отводим ему роль предуниверсария. Это более глубокая подготовка ребят по ряду направлений: медицина будущего, биотехнологии, робототехника, программирование, культура. И, соответственно, до начала учебного года мы с вами подпишем соглашение с ведущими вузами, причем не только города Саратова. И постараемся в рамках этих соглашений договориться, чтобы здесь более основательные знания ребята получали по этим направлениям. И если ребенок приходит в 8 класс, а именно с этого класса у нас начнется обучение, он будет на протяжении 8, 9, 10, 11 изучать робототехнику и иметь возможность поступления в профильный вуз, с которым будет подписано соглашение. Медицина будущего. Также, изучая медицину будущего, 8, 9, 10, 11, у него будет возможность поступать в профильный вуз с этой подготовкой, но на льготных условиях. Это крайне важно. Биотехнологии — такой же подход. Культура — такой же подход. Это большой плюс. Да, и программирование также. Поэтому вот где-то, наверное, в июле, в августе, крайний срок, мы такие соглашения подпишем с ведущими вузами города Саратова, а затем, не исключаю, подпишем такие соглашения с другими вузами России. Первые собеседования проходили, смотрели портфолио, присылают у нас на электронную нашу почту, я думаю, 143 заявления плюс набор документов со всей области. Из саратовских... У нас есть еще 2 месяца, но на 200 мест 143 заявления уже подано. Поэтому... И более 300 не ждите, не тяните. Лучше, как можно раньше, подать заявление, чтобы с ребенком встретились, его протестировали, и дальше было принято решение.